Беда случилась в семье котов. Один из любимых сыновей, Коржик, заболел. Все время держался за зуб и чуть ли не плакал. Мама, понаблюдав за этим, решила повести его к врачу. Пришли они, а врач и спрашивает. «Траву не болейку давали?» «Нежно давала», — говорит мама. «А пыльцой болезабывайкой посыпали?» «Еще бы!» Тут уж врач растерялся и развел руками. «Мне нужно будет посовещаться с коллегами». Собрались птица, коровка и лошадка и принялись разговаривать. Все как один руками разводят, не знаю, что делать. «Неужели не работает болезабывайка?» «Пойдем посмотрим на твоего больного». И вот все врачи принялись осматривать Коржика. Вдруг птица что-то смекнула и толкнула в бок коровку. «Нужна будет операция», — серьезно сказала птица. «Конечно нужна», — промычала коровка. Коржик, услышав эти слова, знатно испугался и принялся махать руками. не надо операции, я просто не хотел в школу идти». В ответ на эти слова все врачи облегченно выдохнули. «Я так и думала. Но больше не поступай так, это ведь плохо». Коржик виновато склонил голову, а мама только улыбнулась и обняла его. «Ну ничего, мы с этим разберемся. Ты главное больше не поступай так. А лучше обо всем говори мне». «Хорошо, мам, больше не буду».